синий цвет платья под номером лота 86834. А стоимость этого платья просто меня обескураживает. 1290 рублей. А посмотрите на выгоду. Ничего себе, почти 4000. Ну, поскольку я уже вам открыла все карты, это выбор Маргариты, пусть она и представит оставшиеся цвета. Итак, у нас с вами есть желтый, очень сочный оттенок. Посмотрите, буквально лаймовый такой, лимонный оттенок. Естественно, с таким оттенком вам гарантирована улыбка буквально каждый день, даже если мы с вами встали, может быть, не с той ноги. Абсолютно супер сочный оттеночек, поэтому всегда будем чувствовать себя настоящим солнышком, делиться своей энергией с окружающими. Рядышком со мной представлен не менее страстный, эффектный красный оттенок. Естественно, есть ультрамодный оттенок сиреневый. Естественно, нашей модели Любе вы увидели уже оттенок синий. То есть, в принципе, яркие оттенки. Я бы даже сказала, не просто синий, а васильковый. Поэтому, на самом деле, какой бы оттенок ни выбрали наши телезрительницы, я здесь как эксперт поднимаю руки. Ты знаешь, абсолютно, что каждый оттенок будет поднимать настроение. Сочный, яркий, очень к месту. То есть, здесь уже в зависимости от того, в чем вы чувствуете себя увереннее. Может быть, вы готовы к красному цвету? От ваших предпочтений, да. Мы не можем гарантировать там, что вам подойдет только красный или только сиреневый. Вот я, например, давайте проверим, проведем эксперимент. Вот сиреневый цвет. Нормально, мне нравится. Давайте посмотрим красный цвет. Внимание. Красный цвет. Ух, еще красные губы. Мерлин Монро. Да, Мерлин Монро. 1290 рублей. Это ваша цена. В отличие от старой цены, у нас сильно сейчас занижена ставка. У нас такая огромная скидка, как никогда. 3700 рублей. Но и красивый васильковый цвет на нашей модели Любе. Да, это платье запало в душу нашим телезрителям. Маргарита, я, кажется, понимаю, почему. Многие женщины хотят не только красивое платье, они также хотят постройнеть. Да, действительно. Причем, если мы видим яркие, у нас не просто так представлено, что это платье именно двухцветное, потому что яркие акценты, они здесь тоже очень правильно расставлены. Яркий акцент у нас идет, естественно, это верхняя часть. И, естественно, наш подол, куда, может быть, будут прикрыты наши коленочки, но, тем не менее, взгляд мужской может смело упасть. Ну, естественно, темный, шоколадный оттенок у нас представлен именно в центре нашего платья тоже неспроста. Почему? Чтобы мы действительно делали свою фигуру более утонченной. В принципе, естественно, мы с вами видим, что это абсолютно приятный у нас с вами крой. Полу у нас с вами получается такая летучая мышь, чтобы каждая женщина в любом размере не путалась и, скажем так, с легкостью делала свою дистанционную покупку. Почему? Потому что это действительно идеально для любой фигуры. Ну, я так смотрю на Риту, она все-таки взяла на размер больше, да, насколько я понимаю. Очень свободное облегание, но если вы хотите четко по фигуре, заказывайте размер. Так, 48-й носит Рита, у нее 50-й размер. Желтый цвет на Маргарите, да. Почему он такой у тебя, ты знаешь, сложный, желтый? Желтый оттенок здесь немножечко действительно представлен в данном случае с горчичным вариантом. Может быть, даже кто-то увидит здесь более салатовый оттеночек, но все-таки он приглушенный, потому что желтые оттенки, они сейчас модные эксперты, они экспериментируют, они очень неоновые получаются, то есть буквально режут глаз, как мы с вами говорим. Здесь все-таки более приглушенные оттенки, синие опять-таки, то есть все сочетания сконструированы идеально. Полулимонный лаймовый желтый с коричневым, как вы сами видите, действительно очень лаконично сочетается. Синий с коричневым — это тоже одно из самых классических сочетаний. Ты знаешь, я действительно выбрала, вот признаюсь, я на размерчик побольше, правда, я 48-го 50 сейчас примерила, потому что мне хотелось даже показать, что даже если на размер побольше будет это платье, оно все равно приталенное. То есть мы все равно себя будем чувствовать абсолютно идеально. Будем чувствовать себя свободно. Если у нас пышные формы, скажем так, если у нас широкие плечи, посмотрите, так оно так спадает у нас с вами здесь элегантно, и все равно у нас представлена данная линия вдоль рук, то есть мы все равно будем выглядеть стройнее однозначно. Да, ну и, кстати, мы приглашаем к нашим экранам дам 48-го размера. Вы можете, как Рита, заказать 50-й. И выглядеть при этом очень элегантно, очень уместно. Вот на работе, на торжестве, на каком-то вечере с ванном. Поскольку это платье, оно необычное. Оно прям как магнит притягивает к себе взоры. И, безусловно, такую девушку пройти мимо нее нереально. Ну и, конечно, очень
очень необычный ход, то, что низ нашего подола в ярком контрастном цвете, я вообще редко где такое встречала. Ну, причем, ты знаешь, сейчас это действительно очень модно, правильно расставлять акценты, без перебора, не вызывающе смотрится, очень удачная длина, такая итальянская, до середины колена буквально представлена, но опять это у нас Люба высокая, 1,75 м, если не больше даже, поэтому, в принципе, это действительно идеальное решение для женщин, которые готовы чувствовать себя, ты знаешь, даже можно на выпускной пойти в данном платье. Можно пойти и потом еще носить его на каждый день, я люблю такие вещи. 86-834 это номер лота за платье, которое вы наденете на любое торжество, а потом сможете смело в нем отправиться на работу. Такая вот очень лаконичная красота. 1290 рублей.